Well, this is the course in world religions. Мы с вами будем изучать курс по мировым религиям. Can I ask you, how many of you come from a non-religious background? In other words, you grew up in a family that did not practice any religion. Я хотел бы задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас рос и воспитывался в семье, где вообще религии не уделялось никакого внимания? То есть можно сказать, что ваши родители не верили ни во что. How many of you came from an orthodox background? А кто воспитывался в православной семье? Относительно православных. Yeah. Yeah. How many from a Baptist background? А кто воспитывался в семье? Or any Protestant background? В баптистской семье или в протестантской любой семье? Any of you from a Muslim background? А может быть, кто-то из вас есть из мусульман? Okay. Семьи, где ислам практиковали. Or any other that I've missed? Или может быть еще какая-то религия, которую я не назвал? Well, again, I'm glad for this opportunity to share these 2 weeks with you. Ну еще хотел бы раз сказать вам, что мне очень приятно, что эти 2 недели мы проведем вместе. God in His grace has touched all of our lives and brought us together here. Бог по своей милости и благодати коснулся сердец каждого из нас и привел всех нас сюда в одно место. And that is a wonderful thing. I look forward to counting you as friends. Это просто чудесно, и с нетерпением жду общения с вами как с друзьями. Let me just introduce myself a little bit. My surname, family name is Thunberg, and it's a Swedish name. Для начала я хотел бы представиться. Моя фамилия Тунберг. Я шведского происхождения. All four of my grandparents came from Sweden over 100 years ago and migrated to America. Более 100 лет назад все четверо моих бабушек и дедушек приехали из Швеции и эмигрировали в Америку. I come from a part of the United States that isn't particularly well known. It's an agricultural part, right in the middle. It's the state of Iowa. I-O-W-A is spelled in English. Я приехал к вам из штата Айова. Это не очень знаменитая такая известная область Америки. Находится она прямо где-то в центре Америки. Это сельскохозяйственный штат. Там преимущественно располагаются фермы. I came from a Christian home, and both my parents are now dead, and they're in heaven. Я воспитывался и рос в христианской семье, и уже и мама, и папа отошли в вечность. I'm the youngest of four children. Я самый младший из 4 детей у нас в семье. I have a wife and 2 daughters, although they're grown now. Я женат, у меня 2 взрослые дочери. And we have 4 grandchildren as well. И сейчас 4 уже внука у нас. Our background is with the Evangelical Free Church Mission in Asia. Я здесь представляю миссию Свободной Евангельской Церкви в Азии. We worked in Singapore and Malaysia. Мы несли свое служение в Сингапуре и Малайзии. From 1968 until 1984. С 68 по 94 год. There are three. 84, прошу прощения. There are 3 people groups in Singapore and Malaysia. В Сингапуре и Малайзии насчитываются 3 основных группы людей. Chinese, East Indian from India. Там китайцы, там представители Индии. And Malay. Индийцы и Мали, да, или коренные жители Малайзии, кажется. Most of the Chinese in Singapore and Malaysia are Buddhists. They would call themselves Buddhists, though they are really followers, most of them, of the Chinese ancestral faith. Большинство людей в Сингапуре и Малайзии буддисты, считают себя буддистами, но они скорее практикуют не буддизм, а местные религии китайские. Most of the Indians are Hindus. Большинство индийцев практикуют индуизм. And the Malays are almost all Muslims. И большинство коренных жителей Малайзии практикуют ислам, они мусульмане. So the 3 religions that we are talking about here are the 3 main non-Christian religions in Singapore and Malaysia. Поэтому, когда мы будем с вами говорить о 3 основных мировых религиях, все эти религии представлены в Сингапуре и Малайзии.
There are significant numbers of Christians in Singapore and Malaysia among the Chinese and the Indian people. Значительное количество христиан в Сингапуре, значительное количество людей в Сингапуре и Малайзии принадлежат к числу христиан. But there are very few Christians among the Malay people. Almost, they're almost totally Muslim. А вот среди коренных жителей Малайзии христиан очень мало, они в основном мусульмане. Islam is the official religion of Malaysia, though not the though not of Singapore. В Малайзии основной религией является официальной религией является ислам. В Сингапуре ситуация обстоит иначе. Because Malaysia has an Islamic government, we came to the end of our allotted visa time there in 1983. They would only allow missionaries to stay a certain number of years. In Malaysia. Малайзия исламское правительство, поэтому мы могли там трудиться только ограниченный срок времени. Нам давали визу на определенное время, а в 1983 и в 1983 году мы должны были выехать оттуда. So we moved back to the United States. Мы вернулись в Соединенные Штаты. And I worked at the Evangelical Free Church Overseas Missions or International Office then from 1984 until 2004 when I retired. Я продолжал нести свое служение уже в Соединенных Штатах Америки. Я руководил офисом, который занимался миссиями, то есть я, в принципе, осуществлял руководство миссиями, и нес это служение с 84 года по 2004 год, когда уже находился на пенсии. Besides teaching this course, I want to learn as much as possible from you. Я, конечно же, приехал сюда, чтобы преподавать, но мне также очень много хотелось бы научиться у вас. So as we go through this subject, let's remember that we are all fellow students and fellow teachers here. И давайте по мере того, как мы будем проходить с вами определенные темы и предметы, будем помнить, что все мы здесь и преподаватели, и студенты одновременно. So I thank you for your friendship. And for this opportunity to be with you. И я благодарю вас за ваши дружеские отношения и за возможность учиться и у вас, и быть с вами, общаться с вами. Спасибо. If you will take the course outline sheet that you have in front of you, we'll go through the description and the objectives for the course. Вам были даны распечатки. Первое из них — это описание курса «Мировые религии и судьба тех, кто не слышал Евангелие». Возьмите сейчас, и мы его рассмотрим. You'll notice that this course has two parts to it. Вы, наверное, обратите внимание на то, что наш курс состоит из двух частей. Would someone read the first paragraph there, the course description in Russian, and just somebody read that, please. Я прошу сейчас кого-нибудь вслух прочитать первый абзац описания курса, пожалуйста. Первая часть данного курса представляет собой обзор основных учений трех мировых религий и противопоставляет эти учения истинам Библии. Во второй части курса подчеркивается уникальность Иисуса Христа как единственного пути спасения и рассматривается вопрос о том, какова судьба людей, не слышавших Евангелия. Any questions on the description of the course? Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по описанию курса? We will first start with talking about these three religions. Мы сначала с вами обсудим три основные религии. Hinduism, Buddhism, and Islam. But then the second part of the course will have to do with the uniqueness of Christ as the only way of salvation. А во второй части мы с вами будем говорить об уникальности Иисуса Христа как единственного пути спасения. The first part of the course on the religions will probably take 2/3 of the time. Первая часть, наверное, у нас займет 2/3 от общего времени курса. And then we'll conclude with that last third on the destiny of the unevangelized and the uniqueness of Christ. И завершающей частью будет вторая часть, которая займет примерно 1/3 курса, и мы поговорим о судьбе тех, кто никогда не слышал Евангелия. The first objective. Would someone read that? А теперь перейдем к целям курса. Прочтите, пожалуйста, вслух первую цель курса. Just one at a time. Давайте будем разбирать их по одной. Помочь студентам понять основные учения индуизма, буддизма и ислама. Okay. These are the three largest non-Christian religions in the world. Это три самые большие мировые религии, исключая христианство. By the way, you may be interested in these statistics about the religions of the world. Кстати, наверное, вам было бы интересно услышать статистику по поводу мировых религий.
Are we getting an overhead tomorrow? I guess so. Okay. Okay. All right. These are estimates from the year 2000, so they're not right up to date, but statistics are never up to date exactly. Эти статистические данные относятся к 2000 году, поэтому мы не можем сейчас сказать, что они современные. Но, в принципе, статистика современной, как правило, и не бывает. К тому времени, когда эти статистические данные выходят, они уже являются несколько устаревшими. Having a little trouble. Oh, there it goes. Yeah. Christianity. Христианство. This is doesn't seem to want to grab there. Is it? I think you can. Can you read that? Can you read that? Вам видно? Один миллиард, да, получается, 999,550,000 людей исповедуют христианство. This is Christian in the broadest sense of the term. Мы определяем этих христиан как христиан в широком смысле этого слова. This would include all Roman Catholics, all Greek Orthodox, all Orthodox. Сюда входят и православная церковь, и католическая церковь. All Protestants and even the Christian cults. The second, so the Christian faith, if you include it like that, would be the largest religion in the world. Следовательно, христианство, если мы будем рассматривать его в широком смысле, является самой большой мировой религией. Though we know sadly that many of this number do not really have any personal relationship with Christ, so it's in name only. Что многие из этих двух миллиардов людей лично Христа не знают и являются номинальными христианами. I'm not sure. Is there a way to change this or use a different kind of chalk or something? It's not grab us. Следующая мировая религия — ислам. The second largest religion would be Islam. And as again of the year 2000, about 1,200,000,000 Muslims in the world. Примерно подсчитано, что в мире насчитывается 1,200,000,000 мусульман. The third largest would be Hindus, Hinduism. And this would be about 811 million. По величине, да, это индуизм. 811 миллионов насчитывает. About 811 million Hindus. That would be the third largest religion. В мире насчитывается примерно 811 миллионов, она третья по величине мировая религия, индуизм. Буддизм. Буддизм. Would be about 650 million. Примерно 650 миллионов последователей насчитывает. So that's kind of how the religions lay out. But maybe tomorrow we'll put up this sheet. It's a little more accurate, and you'll be able to see that a little bit better. Как располагаются мировые религии по числу последователей? All right. So Hinduism and Buddhism and Islam, the three world religions that we're focusing on in this course, are the three largest religions in the world. Итак, индуизм, буддизм и ислам — это те мировые религии, которые мы будем проходить с вами в рамках данного курса, являются одними из самых больших мировых религий вообще. Насчитывают достаточно много последователей. But I don't think that's the main reason that these three were chosen. Но я думаю, что не по этой причине мы выбрали вот эти три мировые религии. I know that Islam is, of course, in Russia. Я знаю, что в России много мусульман. And I understand that at least one part of Russia, Kalmykia, has a large number of Buddhists. И насколько я понимаю, как минимум в Калмыкии, в России очень много буддистов. And we're adding Hinduism to the threesome because Hinduism is a preparation for understanding Buddhism.
Мы сюда включили также индуизм, потому что его можно рассматривать как подготовку как бы, к вступлению в ислам. Ой, в буддизм. А то есть как бы первоначальный шаг обращения дальнейшего буддизма. Buddhism grew out of a Hindu worldview, and it shares a lot of the same worldview as Hinduism has. Буддизм фактически вырос из индуистского мировоззрения, и очень много из индуизма перекочевало в буддизм и определяет его основные положения. So if we can understand Hinduism, it will be much easier to understand the next religion, Buddhism. Следовательно, если мы с вами разберемся в индуизме и поймем их учения, то нам буддизм будет понимать легче. Would someone read the second objective? Excuse me, I have a question. Will we take questions at the end? Sure. No. Anytime. Anytime you have questions, just say so. Что касается вопросов, по мере возникновения можете поднимать руку, и я сразу буду на них отвечать. Скажите, пожалуйста, а вот конфуцианство – это разновидность буддизма или это отдельная ветвь, как бы другая, совершенно другая религия? Confucianism? Confucianism. Yeah. Confucianism. Yeah. Is it a part of Buddhism or is it a different world religion? It is a different world religion, but Confucianism is a Chinese religion that is sort of a philosophy, almost more of a philosophy than a religion even. Конфуцианство определяет как отдельную мировую религию, в основном ее исповедуют в Китае, и скорее это философия, чем религия. This particular overhead says Buddhists and related Eastern religionists. Вот здесь, когда я приводил вам основные мировые религии, здесь написано буддисты и другие связанные с этим религии. So Confucianism would be related to the Chinese faith. Many Chinese or many Asians would say they're more than one religion. Поэтому вот сюда, вот эти и смежные, буддизм и смежные религии, вот как раз смежные религии, сюда входит конфуцианство. Кстати говоря, китайцы могут вам даже сказать, что они исповедуют не одну, а сразу две религии. I don't know if your textbook has a chapter on Confucianism at all. Does it? Oh, yes, it does. Seventh number, yeah. Седьмое. Chapter number 5. Нет, получается. Так. Но вы видите здесь в оглавлении, yeah. Конфуцианство идет после иудаизма и иудеи. Это 184-я страница. So you can read about Confucianism, although... Конфуцианство сами можете прочитать в учебнике. It is in a sense a philosophy of life, almost as much as it's a religion. Хотя скорее можно сказать, что это философия жизни, примерно настолько же, насколько его можно назвать религией. But definitely related to these. Ну, конечно, все это относится одно к другому. Okay, any other questions? Еще вопросы есть? Okay, if someone will read the second objective. Тогда читаем вторую цель. Углубить знания многочисленных различий между этими религиями и Евангелием Иисуса Христа. I hope that we will see and understand the glory of the gospel of our Lord Jesus Christ more as we contrast it to these three world religions. Я надеюсь, что мы увидим и поймем славу Евангелия Иисуса Христа еще больше, когда будем противопоставлять Евангелие вот этим трем основным мировым религиям. We'll be talking about Bible doctrine and theology as it relates to these other religions. Мы будем говорить и о библейской доктрине, библейском вероучении, библейском богословии в преломлении к этим трем основным мировым религиям. So we will be teaching some Bible doctrine by contrast to these other religions. Следовательно, этот курс предполагает некое преподавание библейской доктрины, но в свете трех мировых религий. Non-Christian religions are not truthful systems. Нехристианские религии не являются истинными системами. They may have some elements of truth in them. В них, конечно, могут присутствовать некоторые элементы истины. But as whole systems, they lead people away from the true God and away from His Son, Jesus Christ. Но как отдельные системы, в целом, они уводят людей от истинного Евангелия и от Бога, и от Сына Его Иисуса Христа. In other words, they lead people away from the truth and into mistakes at certain key points. Они уводят людей от истины и вводят их в заблуждение в ключевых моментах. They are like
They're like a faulty argument. There's a kind of argument that has three steps to it. Они похожи на такой многоступенчатый аргумент, то есть аргумент, состоящий из трех ступеней. In English we call these arguments syllogisms. В английском языке мы называем эти аргументы силлогизмы. У нас тоже такой термин есть. They consist of syllogism. A first statement, a second statement, and then a conclusion. Состоит, например, силлогизм состоит из первого утверждения, второго утверждения и заключения. Let me give you a kind of a silly example. Хотел бы привести вам такой шуточный пример. Okay, all dogs. Все собаки. Let's see here. If we can get a different. All dogs have ears. У всех собак есть уши. That's premise number one in these kind of arguments. Утверждение номер один вот в этом аргументе. That's true, isn't it? I mean, unless you have. Это истина, не так ли? Мы все согласимся, что у всех собак есть. Yeah, all dogs have ears. Okay. I have ears. Уши, уши. That's the second one. That's also true, isn't it? Второе утверждение. У меня есть уши. So we have two true statements. Это тоже истина, правильно? У нас у каждого есть уши. Therefore, I'm a dog. Следовательно, я собака. Here was two true statements, but a false conclusion drawn from them. Обратите внимание, у нас есть два истинных утверждения, и под ними подведен неправильный вывод. Because there's something wrong with the form of this argument. Почему такое происходит? Потому что форма аргумента не соответствует той, которая должна быть. It has elements of truth in it. Конечно, в аргументах есть элементы истины, вы это видите. But it leads to a false conclusion. Но ведут они к ложным выводам. What's wrong with this argument? Как вы думаете, что не так с этим аргументом? Well, the conclusion is wrong, thankfully. But the thing this argument didn't tell us is that there are other things than dogs that have ears. А вот как раз неверно здесь то, что в первом аргументе утверждается, что в первом утверждении утверждается, что все, у всех собак есть уши, но есть еще другие формы живых существ, у которых есть уши. И здесь об этом ничего не говорится. Говорится только о собаках. So, in other words, it leads to a false conclusion, even though there's some elements of truth in it. Now, what if I changed it to this? Именно это будет на заблуждение, приводит к ложному выводу. А что если я заменю это? Только у собак есть уши. Only dogs have ears. Только у собак есть уши. I have ears. И у меня есть уши. Therefore, I am a dog. Я собака. Now, that would be right. This is an argument. The structure of this argument is correct. The structure of the other argument was not correct because it left out something. Действительно, утверждение получается истинным, потому что структура первого аргумента верна. То есть по структуре эти аргументы верные. But this is what we call a valid argument. Вот это то, что мы называем валидный аргумент, да? Достоверный аргумент. But what's wrong with this argument? With what? Yeah, what's wrong with this argument? Если мы перепишем наше утверждение таким образом, что опять здесь не так? Again, this is untruthful. It isn't true that only dogs have ears. У нас превращается в истинную ложь. Это ложь. Yeah. So in other words, for an argument to hold together, it has to be structurally correct, like the first one was not, and it has to be truthful in its statements, like this one is not. Следовательно, для того, чтобы весь целиком аргумент, вот этот многошаговый, был корректным, необходимо, чтобы он был корректным и по структуре, и по содержанию. В первом случае он у нас был корректным по содержанию, но некорректным по структуре. Во втором случае корректным по структуре, но некорректным по содержанию. Let's do it correctly now and make this argument one that is structurally correct and truthful as well. Давайте его перепишем таким образом, чтобы он был структурно правильный и по содержанию правильный, истинный. What's a common name for a dog in Russian?
Как всех собак? Just any. What do you call it? В России как мы обычно собак зовем? Кличку какую-нибудь назовите, общераспространенную. Шарик. Okay, I'll write it up here. Шарик. Do you want the name of the dog? Yeah, just the name of the dog. Shai? Sharik. Sharik, okay. Sharik is a dog. Okay. Sharik собака. All dogs have ears. Sharik is a dog. Therefore, Sharik has ears. Вот мы переписали, у нас получилось примерно следующее. Первое утверждение: у всех собак есть уши. Шарик собака, следовательно, у Шарика есть уши. Yeah. Therefore, Sharik has ears. Now, this is an argument that is right structurally, and it also is right truthfully. What happens with these non-Christian religions is that they have some truths, and they have some structure that is correct, but it isn't correct all the way through, and therefore they lead us to wrong conclusions in the end. В нехристианских религиях, если мы будем рассматривать все эти утверждения и выводы, то обнаружим, что и в структуре есть что-то истинное, и в содержании есть что-то истинное. Но вместе с тем и там присутствуют элементы лжи, поэтому выводы получаются соответствующие. Any questions or observations? Есть ли у вас какие-то вопросы или наблюдения? This isn't a class in logic, and that was arguments from logic, but there is a lesson for us because. Конечно, мы с вами сейчас проходим не предмет логику, а я сейчас как раз именно из логики кое-что вам излагал, и я думаю, что это помогает нам понять все остальное. You can have a lot of truth, but if it's wrong in certain places, it will lead to a wrong conclusion. Некоторые утверждения могут содержать много истины, но при этом, if it is wrong in certain places, но если в некоторых местах будут содержаться элементы истины, то это может привести к ложным выводам. Yeah. Элемент лжи, я прошу прощения, то это может привести к ложным выводам. So we don't have to say everything is wrong with all of this. Поэтому нельзя утверждать, что все нехристианские религии абсолютно лживы от начала до конца. Нет там ничего истинного. But if it's wrong in key places, it will lead you to the wrong goal. Если в ключевых местах у нас не истинные утверждения, то, соответственно, приводят они к ложным выводам. Now, even though non-Christian religions are not truthful systems, we still христианские религии не являются истинными системами, and we disagree with them, we still want to treat them fairly. Мы не согласны с ними, а мы вместе с тем должны к ним справедливо относиться и рассматривать их справедливо. We don't want to misrepresent them. Не стоит представлять их в ложном свете. We don't want to belittle them or mock them. Не стоит уничижать их или смеяться над ними. We don't want to use belligerent language, like fiery fighting kind of language toward them. Мы не должны ни уничижительно, ни очень дерзко, как бы пылко о них отзываться отрицательно. Yes. Они сами считаются истинными религиями. Do they consider themselves true religions? Yes, they consider themselves true religions. I mean, almost every believer in a certain religion assumes that his or her religion is true. Да, они все считают себя истинными системами, истинными религиями, преподающими истину, и практически любой последователь той или иной религии скажет вам, что он обладает истинным знанием. And that's where we have to decide what truth is, and on what standard we come to the conclusion that a certain thing is true or a certain thing is not. Именно поэтому нам необходимо определить, что такое истина и по каким критериям мы можем судить, а о том, является ли это утверждение истинным или нет. But again, sometimes people either belittle or they use fiery language against positions they don't agree with. Но иногда же бывает так, что люди или преуменьшают, или используют ненадлежащий язык для описания, для рассуждения по тем вопросам, с которыми они не согласны. But that usually does more harm than good. Опять же, это наносит больше ущерба, вреда, чем пользы приносит.
Our goal in this class will be to talk about these religions in such a way that if a devout Hindu or Buddhist or Muslim were sitting here in the room listening to us, we would not need to be embarrassed to have them hear what we say. Здесь же на этом курсе давайте будем говорить о разных мировых религиях так, чтобы если бы здесь присутствовал буддист или индуист или представитель какой-то другой мировой религии, чтобы ему не было обидно, а нам не было стыдно за то, что мы говорим. And hopefully that Hindu or Buddhist or Muslim would say, you have been fair in what you said. Будем надеяться, что если мы будем говорить о религиях именно так, то буддист или индуист скажет, то, что вы говорили здесь, справедливо. Hopefully they would say, you have accurately described what we believe. Вы вполне точно описали наши убеждения и верования. Because again, hopefully we will have spoken with Christian truth and grace about these matters. Потому что, опять-таки, мы будем говорить об этом с христианской истинностью и с благодатью. Though we disagree with these religions, we will speak politely when we deal with them. И даже несмотря на то, что мы не согласны с какими-то утверждениями других религий, давайте будем вежливо говорить о том, чего они придерживаются. That will be our goal in this class. Вот здесь, на наших занятиях, давайте попытаемся сформировать именно такое отношение. Any questions on this? Вопросы есть какие-нибудь? Okay. Would someone read the third objective? Третья цель. Прочтите, пожалуйста, вслух. Научиться более результативно рассказывать о своей христианской вере представителям данных религий. Okay. How many of you have ever met a Hindu? Вы когда-нибудь кто-нибудь из вас? I mean personally. Кто-нибудь из вас лично был знаком с индуистом? Anybody? Have you ever met a Buddhist? А буддистом? Ну, у нас в городе, не из Харькова, у нас есть общество сознания Кришны и много молодых людей, в общем, там, которые там часто занимаются. И они себя считают буддистами. Буддистами. Well, Natasha is from the Ukraine. She's from the city of Kharkov, and there is the Buddhist, the Krishna Society there, and many of the people who are part of the society consider themselves Buddhists. You've all met Muslims, though, probably, have you? Наверное, все вы так или иначе знакомы с мусульманами, да? No. Во всяком случае, пересекались где-то. Да. Well, there's an evangelistic motivation for this course. This course should help us to be able to witness more effectively to people of other faiths. Этот курс не просто теоретический курс по мировым религиям. Он включает в себя такую мотивационную составляющую. То есть мы должны рассматривать это все с той позиции, чтобы более результативно и эффективно свидетельствовать людям других религий о Христе. And I hope this course will prompt us to pray more diligently for their salvation. Я надеюсь, что после этого курса мы будем более осознанно и более усердно молиться о спасении этих людей. And the fourth objective. Someone quickly read that, please. Oh, you have a question. У меня есть вопрос. Почему выбраны именно эти религии? У нас, например, вот много иудаистов, ортодоксальных, хасидов. Их намного больше, чем, например, буддистов. У нас их очень много. Почему были именно эти три? Вот он объяснил, почему они выбраны с территориальной точки смысла, с точки зрения. Я скажу про иудаизм. Ну, ты скажи, хорошо. Well, the selection of the religions is clear. I mean, what you proceed from, but we've got a lot more Jews, Orthodox Jews, than say Buddhists in our area. So why do you select say Buddhists, not the Jews? I did not select the religions. For the course. Yeah, for the course. These were the three that were chosen. Well, really, originally, two were chosen. Islam and Buddhism. Judaism was not chosen, even though, again, it is a major force here and in my country as well. But these were the two non-Christian religions that were chosen. And
By the curriculum committee, yes. Но дело, yeah. дело в том, что за составление плана курса отвечают очень много людей. Есть специальный комитет, который разрабатывает планы курса. И первоначально были избраны только ислам и буддизм. Иудаизма не было, хотя иудаизм имеет огромное влияние как в вашей стране, так и в моей стране. And then even though you probably don't have many Hindus in Russia, though there are Hindus all over, I said it would be good to add that one as a preparatory, for preparation for understanding Buddhism. Вот, и дальше, несмотря на то, что индуистов, наверное, в России не так много, но их вообще много в мире, я предложил включить в план курса еще и, индуизм как подготовительный шаг к пониманию буддизма. So it's true, these are not the only religions that are present in any given country. Действительно, это не только религии, которые это не только религии, которые присутствуют в любой стране. And so это неисчерпывающий список. Probably the course should be titled Some World Religions, not World Religions in total. Наверное, курс следовало бы заглавить не мировые религии, а некоторые мировые религии. Because we're not covering them all, of course. Поскольку, конечно, все их мы не рассматриваем. So that's a good point. Поэтому это очень хорошее замечание. Okay, the fourth objective, and then we'll take a break. Would someone read that fourth objective? Мы разберем четвертую цель, а потом уйдем на перемену. Прочтите ее, пожалуйста, вслух. Напомнить об уникальности Иисуса Христа и о гибельном состоянии тех, кто его не знает. Again, I hope this course will make us more concerned for people who are without Christ. И опять же, я надеюсь, что мы после этого курса будем с большей чуткостью относиться и с большей тревогой относиться к тем людям, которые не знают Христа. Because the Bible makes it clear that Jesus is the only way to God. Потому что в Библии четко говорится о том, что единственный путь к Богу лежит через Иисуса Христа. And when we get to the second half of this course, or the second part of this course, that's what we'll be talking about. Именно об этом мы будем говорить во второй части данного.